На индийский штат Тамилнад снова обрушилось наводнение, при том, что местные жители еще не оправились после предыдущего стихийного бедствия, вызванного циклоном Мичаунг ранее в этом месяце. Тогда погибло 13 человек. Сейчас сотни людей снова лишились имущества. Вода смешивается с землей, не знаю, куда нам идти. Если снова пойдет дождь, думаю, мы умрем, мы ничего не можем сделать. Все наши газовые баллоны и кухонную утварь смыло наводнением, есть нечего. Ситуация очень плохая. За сутки в Тамилнаде выпало почти 50 миллиметров осадков. Это в 20 раз больше нормы для этого времени года. В прибрежном штате продолжаются спасательные операции. Когда поступает информация о том, что кого-то нужно спасти с верхушек деревьев или крыш, мы немедленно садимся в вертолет и летим туда. За 4 вылета нам удалось спасти около 17 человек, в том числе 3 беременных женщин. Людей отправляют на поездах в безопасные районы. Эмоции смешанные, даже не могу объяснить, что чувствую, но стоять здесь – это божественное благословение. Тамилнад часто страдает от наводнений. Так, 8 лет назад затопило его столицу город Ченнай. Тогда погибло 290 человек.